Что ж, всем привет снова. Я сегодня начала небольшой влог из солярия. Хочу вам показать, как у нас устроен солярий. Вот такие вот у нас комнаты. Горизонтальный солярий. И, собственно, здесь мы и загораем. Вот так вот это все выглядит. Несколько камер по коридору слева, справа. И вот такие вот комнатки со всеми, как говорится, вытекающими последствиями. Поэтому я сегодня буду загорать и греть свои бронхи на искусственном солнышке. Поэтому буду ходить и немножко вам покажу, да, как это все выглядит по коридору. Вот так, все, пошла загорать. Да, еще хотела вот вам показать, когда крышка закрывается, здесь вот такой дисплей, и там на этом дисплее можно все регулировать. И музыка, собственно, вот показана, музыку регулировать, насыщенность солнца регулировать, подачу воды, да, распылитель, также все регулируется. Загораем 12 минут. Стоит это 15,5 евро. Недешево. Поэтому я сюда езжу не очень часто. Но когда хочется погреться и, собственно, приобрести более загорелый цвет лица. Все, я отправляюсь. Ну вот, собственно, вот так все это выглядит. Такие вот камерки. Ресепшн. Занято свободно. Такая еще комната для отдыха здесь есть. Привести себя в порядок, если есть такая необходимость. Салфетки. Вот так. 2000 years later. Всем доброе утро. Но на часах уже ближе к полудню. Мы свой день начинаем с завтрака с моей любимой малышкой. Вот так вот он у нас выглядит. Я стараюсь питаться максимально полезно, чтобы было все комбинировано. Ну и, конечно же, наша любимая манная каша с ягодами. Кстати, у меня... Сейчас, зайка, сейчас, кисенька. Уже желтеют мои лимончики. Наверное, мы ждали этого больше полугода. Поэтому скоро будем кушать желтые лимончики. Всем будь здорова! Мы до сих пор болеем. Всем приятного аппетита! А мы начинаем свой день. Будь здорова, моя сладкая! Мы будем кушать. Всем приятного аппетита! Посмотрите, в каком красивом месте я сижу. Сегодня был достаточно продуктивный день. Я попробую говорить громче, чтобы перекричать музыку, потому что здесь играет фоновая музыка, и надеюсь, что видео не заблокирует. Я хотела с вами поделиться покупочками, которые я сделала. Сегодня я позанималась активно спортом, и я себя решила порадовать. Я зашла в Эссе Парис. Это у нас косметически популярный магазин. Я купила себе точилку, потому что у меня нету точилки. Я решила обновить и пополнить косметичку. Я купила хайлайтер Шанель.
две кисти для контуринга и для пудры. Кисти у меня есть, но я решила пополнить кистями хорошими свою косметичку, чтобы было побольше кистей. И купила также гель для бровей. В общем, как я уже говорила, я хочу больше пополнять свою косметичку продукцией Chanel. И мое приобретение в этот раз оказался хайлайтер. В следующий раз будет, скорее всего, скульптор. Потом до тонального крема дойду. Ну, собственно, потихоньку будем переходить на хорошую косметику. Такое вот завершение дня у нас получилось. Сидим в таком ресторане, отдыхаем и пойдем сейчас готовить для всей семьи ужин. Я сегодня молодец, я сегодня хорошо поработала над своим телом и достойна сегодня хорошего вечера и подарочков, конечно же. Ну а мы будем продолжать радовать вас интересным контентом. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и будьте с нами. Люблю вас. Пока-пока.